Приветствую всех на канале, рад вас видеть. Надеюсь, вы меня также. Сегодня будет обзор на очень классную игру. Это одна из моих самых любимых игр вообще за все время, которую я играю в компьютерные игры. Это Far Cry 3 Classic Edition. Игра доступна по подписке Ubisoft Plus. Когда я увидел, что она есть в подписке Ubisoft Plus, я реально кайфанул, потому что это игра, с которой у меня связано очень много позитивных эмоций. Я играл еще в первый Far Cry, играл во второй Far Cry, но третий на меня произвел самое такое незабываемое впечатление. В то время меня эта игра удивила своей графикой, своей разнообразностью, большой картой, красивым окружающим миром, наполненным полностью различными опасностями, какими-то приключениями, различными ивентами, которые были на этой карте, там, начиная от поиска каких-то алмазов, заканчивая зачисткой аванпостов, охотой на животных, там, катанием просто на машине по красивому острову. Это было реально круто, и я хочу сегодня вспомнить, как это играть в Far Cry 3 в 2023 году на Xbox Series S. А перед началом данного выпуска попрошу тебя, мой зритель, подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео, не забыть написать комментарий под этим видео, а также не забывай подписываться на мои социальные сети, ссылочка на телеграм-канал и дискорд-сервер в описании. Поехали! Весит данная игра 16,1 гигабайт, доступна в магазине Microsoft Store или же по подписке Ubisoft Plus. Кому как угодно. Работает данная игра в режиме Full HD 30 кадров, да, здесь не 60 кадров, как того хотелось бы, но имеем, что имеем, ребятки. Full HD 30 кадров, но они здесь максимально плавные, сразу хочу сказать наперед. Прошел уже обучение, убежал из клетки, кто еще не играл в третий Far Cry, не буду спойлерить, но первую сцену я уже прошел, поэтому сейчас мы сможем спокойно побегать по этой карте, оценить графику, оценить производительность и в целом посмотреть, насколько эта игра хороша. Так, с возвращением в Ubisoft Club, окей. Поехали. Подождите, нет. Ubisoft Club. Не надо, пока не нужно. Так, вернуться в игру, все, супер. Игра, продолжить игру. Вы сможете отличить вражеские аванпосты по клубам дыма и красным знаменам. Игрушка реально классная, боже, как, насколько прекрасный этот Far Cry 3. Я его полностью прошел от корки до корки в свое время, все миссии, все основные дополнительные, все аванпосты были зачищены. А вот так примерно выглядит игра в 2023 году. Картинка, не скажу, что самая лучшая графика, которая только возможна, нет, это не самая лучшая графика. Здесь примерно, наверное, средние настройки какие-то стоят, средние, да. Но для того времени это освещение, эти тени, деревья, трава, которая поджигается, вот, которая также развивается на ветру, это было реально круто. Это было реально круто, ребятки, для того времени это была очень крутая картинка. А, здесь 30 кадров, но, блин, они максимально плавно 30 кадров, даже целиться, в принципе, комфортно, не знаю. Как по мне, для фанатов этой серии можно поиграть, реально можно поиграть, нету такого прям дискомфорта. Давайте проедемся по этому острову, с кем-то постреляемся, посмотрим, как будет работать вообще стрельба и в целом можно ли играть в режиме 30 кадров, да? Ну, картинка реально достойная, как бы для игры, для которой уже больше, наверное, 10 лет, я так понимаю, да, игра реально вышла. Кто знает, напишите в комментариях. Я что-то думаю, что она где-то в 12-13 годах вышла, примерно в то время, поэтому кто в курсе, напишите в комментариях, интересно будет узнать. Так, здесь никого нету? Нет. Здесь, по-моему, никого нет, но... Да, здесь чисто, ладно. Хочется просто с кем-то постреляться. Найти какой-то аванпост и с кем-то постреляться. Посмотреть, как это все работает. Давайте посмотрим на карту. Посмотрите, какая большая карта. Она у меня вообще не открыта, потому что я только начал играть. И здесь карта реально огромная. Так, давайте выберем какой-то, не знаю, аванпост. Вот этот можно, кстати. Можно вот этот аванпост? Давайте сюда. И поедем к противникам. Постреляемся. Возможно, дропнем какое-то оружие нормальное. Тихо-тихо, тачку прям заносит, аккуратно, так. Сори, с дороги, мы сбили какое-то животное. А, задание правильно, стоп, нужно было миссию выполнять. Да ладно, подожди, а, не, нас возвращает, нет, это первая миссия, нужно еще выполнить ее. Ладно, нас отправляют на охоту, идем на охоту, без проблем, давайте на охоту. Садимся в тачку, поехали на охоту. Классное управление, реально, как для того времени, ребятки, это было реально круто, это был прогресс. Это был реальный прогресс. Тачка скрипит, репит, все, заносит ее на поворотах. Но это реально круто. Это реально круто. Так, двигаемся. Здесь нужно было собирать травы для создания каких-то эликсиров, лекарств.
Ну, дать аванпосты. Но аванпосты, в принципе, это не новость, как бы, да, во всех играх Ubisoft есть. Что в Assassin's Creed, что в Far Cry были аванпосты, которые нужно постоянно залутывать, чтобы открывать карту. Так. Посмотрите, какая красивая картинка, да? Но каких? Посмотрите, какая красивая картинка, ребят. Это реально красота. Так. Растения и животные. Вот и соберем. Растения и животных. Так, красный лист у нас есть. Еще нужно кабаньи шкуры нам. Еще нужно кабаньи шкуры. Давайте быстренько соберем эту миссию. Так, эти все плоды. Так, зеленый есть. Какой-то голубой лист и два кабана. Нужно будет замочить. Так, давайте. Тихо. Вот тут кабан. Да ё-моё, так. Какая классная стрельба, слушайте. Какой звук стрельбы охрененный, да? Скажите, реально круто. Не, стрелять реально очень легко. Стрелять реально очень легко. Никакого дискомфорта не доставляет. Реально очень удобно. И в принципе никаких проблем не будет. Даже у тех людей, которые не особо хорошо играют на геймпаде. Поэтому в принципе окей. Никаких проблем. Я думал будет хуже. Реально думал будет хуже. Так. Это у нас не кабан. Или кабан. Это большой кабан. Слушайте, это большой кабан. Давайте убьем. Все, супер. Так, и синее растение осталось нам. Собираем шкуру. Собираем шкуру. Так, есть. Черт говорит. Так. Синее растение. Синее растение уже вижу. Это под водой, по-моему, да, оно будет. Все, супер. Все максимально четко работает. Да, хотелось бы для полной такой, знаете, вот идеальной картины. Это все-таки 60 кадров. Но имеем, что умеем. Это, в принципе, достойная. Картинка, достойная оптимизация. Можно спокойно играть, наслаждаться этой игрой. Прочувствовать, как это вообще Far Cry 3, да? Вспомнить. Олды поймут, насколько много эта игра наделала шума в свое время. Это была очень популярная игра на самом деле. Кто не знает, курс. Тем более молодое поколение, вам будет реально интересно заценить эту игру. Для того, чтобы понимать, из чего вообще начиналась серия Far Cry. Сейчас уже шестая часть Far Cry вышла, это третья, прикиньте, как бы три части назад. Кстати, шестая максимально похожа на эту по сеттингу, да, там тоже такие тропические какие-то джунгли. Я, кстати, сейчас... Стоп, как это провалено, бля. Как это провалено, мы сюда идем. Я сейчас тоже иду, кстати, прохожу пятую часть. Пятую часть прохожу Far Cry. И после нее также буду браться за шестую. Так, встретьте Дениса в Аманаке, окей. Мы же правильно шли, что за бред. А, нужно быстрое перемещение, ладно, давайте. Быстрое перемещение, все супер. И пятый Far Cry, конечно. Конечно, напоминает и третий, и четвертый, но каждая часть приносит что-то новое на самом деле, ребят. Каждая часть приносит что-то новое. Это реально круто. Это реально радует, что седьмая, вообще, говорят, будет сделана на новом движке. Кто в курсе, напишите в комментариях, что вообще известно про седьмую часть. Мне прям реально интересен этот проект, интересна эта серия. И хочу, конечно, пройти все части. Я пока прошел все, включая пятую часть, уже почти прошел. Дальше буду браться за шестую. Растения и животные у меня. Класс. Подчини природу своей воле. Так. Научу. У нас новый учитель, так. Создание предмета, давайте создадим что-то. Используй растения и приготовь снадобье. Готовим препараты. Да. Лекарства, окей. Ты можешь найти более рюкзак изготовили. Все, супер. Прочный рюкзак, да? Есть. Используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло. Ну и что теперь? Поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да. И еще татау на руке. Знак того, что примени, ты особенный. Стоп. Угу. Что у тебя душа воина. Так все. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает так. Навык. Это умение. Ты можешь выбирать навыки. Здесь у нас кто не знает. При этом в Far Cry у нас прокачка умений происходит путем нанесения новых татуировок на тело Джейсона. Так, да все, в принципе, все. Теперь я бомбист, посмотри татуировку. В принципе, все. Так, как вернуться нам? А, подожди, нужно два очка умения использовать. Давайте вот этот. Бесшумное убийство, окей, используем. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее. Есть. Тогда и вырастет. Еще одно. Это что такое? Выбирай. Это скольжение, да? Да, подкат. Хорошо. Делаем подкат. Все, Джейсон. Супер. У нас добавляется новая татуировка. Прикольная анимация, на самом деле. Прикольно, что у вас визуально тоже на руку добавляется татуировка. Это реально добавляет какого-то, вот знаете, какой-то атмосферности в этом плане. Не просто там какая-то ачивка открывается, да, невидимая. А здесь реально видно ее на руке. То есть у вас на руке добавляется татуировка. Нужно ее освободить. Иди следом.
Все, вперед. Так, садимся в тачку. Давайте еще немножко проедемся. И в принципе, на этом можно будет обзорчик завершать, да? Игрушка реально играется круто. Играется реально круто. Идеально было бы Full HD 60, но тем не менее 30 кадров тоже максимально плавная, картинка неплохая. Нужно учитывать, что эта игра не самая новая, да, она вышла не вчера. И поэтому нужно делать на это скидку, как бы. Но тот факт, что вы можете спокойно поиграть в нее на вашем Xbox Series S, вспомнить те времена, когда Far Cry 3 был одной из самых популярных игр вообще в целом на любую платформу, это реально круто. Это реально круто, достойно уважения. Спасибо разработчикам, что позволяют нам играть по обратной совместимости в старые игры на боксе. Это реально круто. Кто в грузовике? Войны ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Даже вот сейчас смотришь вдаль, да, картинка? Да, не самая лучшая прорисовка. Текстуры некоторые на пути прорисовываются, да, на ходу. Но все равно смотришь на деревья, смотришь на листву, на освещение, на тени. Это реально круто, ребят. Это реально круто. Так, выходим. Я когда-то был чужаком. Хотя с кем-то порубимся сейчас еще. Ты не одинок, друг. Хочу с кем-то пострелять. Дождемся тебя, чтобы атаковать. Хочу с кем-то постреляться. Так, дайте мне какое-то оружие нормальное. Теперь ты должен драться. Так, вперед. Уничтожьте всех пиратов. Все, полетели, ребят. Полетели рубиться. Сейчас покажу вам, как работает стрельба. Минус один. Нет. Как это я не попал? Сдохнутый. Есть. А, там забор просто был. Все, понял. Папа, тихо. Классная такая анимация, как стрельбу в целом и звук. Озвучка стрельбы прям реально крутая. А где мне калаш? Где у него калаш? Тихо, быстро. Калаш, быстро. Все. А теперь постреляем. Один из ваших друзей погиб. Плохо. Это плохо, давайте. Перезагрузка миссии. Какая классная стрельба здесь калаша. Озвучка. Вот это прям по-своему, да, она сделана в Far Cry 3. Это реально круто, они реализовано. Прям сразу ностальгия меня пробирает. Давайте подберем с этой стороны, побыстрее их размотаем, чтобы не тратить на это много времени. Так. Подбираемся поближе и пытаемся всех пострелить. Тихо. Прикол. Собака. Лиза, я здесь! Укольчик. Прорываемся. Я тебе сейчас кину гранату. Так, быстро калаш. Тихо, лечимся. Вперед. Где остальные? Класс. Класс, реально анимация, стрельба, все как в старые добрые времена, круто. Первый ванпост захвачен, это реально круто, ребят. Этот калаш, даже визуально как он стреляет, посмотрите. Озвучка просто, это по-своему реально кайфово, ребятки, это реально круто. Так, обобрать труп. Класс, это реально круто, боже мой. Far Cry 3 по-своему умеет удивлять, это по-своему реально классная игра. Кто еще не играл, ребят, и очень вам сочувствую, потому что вы потеряли очень много интересного контента, очень много позитивных эмоций, поэтому настоятельно рекомендую скачать или купить Far Cry 3. Он сейчас стоит реально копейки, независимо от платформы. Пройти его для себя, если вы фанат серии Far Cry, играли только в новые части, 5, 6, 4, покупайте 3, кайфуйте, это реально классная игра. На Xbox он работает отлично, не 60, но тем не менее, это... максимально плавные 30, которые можно спокойно пройти. Это не онлайн-шутер, в котором нужно стабильные 60-120 кадров. Здесь 30 кадров вполне терпимые, которые позволят вам пройти и насладиться полностью этим геймплеем, кайфануть полностью от этого прекрасного и умопомрачительного мира, от этих экзотических джунглей, от охоты на животных, от убийства пиратов. Эта игра позволяет вам полностью реализовать все свои фантазии и насладиться свободой действий. Всем спасибо за просмотр, если понравился данный ролик, ставь лайк, пиши комментарий под этим видео, не забывай подписываться на мой канал, а также не забывай подписываться на мои социальные сети, телеграм-канал и ссылочка на дискорд-сервер в описании. Всем пока, до новых встреч!